Комплекс для нормализации кровообращения очень прост. Вы интенсивно трете ручки. За счет этого улучшается у вас капиллярное кровообращение. Разогрев сначала так, как будто будете, потом вот. Растерли. Также ножки. При этом трете не сюда, а наоборот, чтобы у вас кровь поднималась. Опа, 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 опа. Вот, хорошенько так потерли. Это первое упражнение у нас сделано. Для того, чтобы уменьшить повышенное давление, ну, бывает там вот гипертония, скачки, и не знаешь, как избавиться, ни лекарств, ничего. Что мы делаем? Мы с вами делаем медленный плавный вдох и выдох, как будто что-то опускаем. Опять вдох. На выдохе что-то опускаем. Опять вдох. На выдохе что-то опускаем. И еще вдох. За счет этого давление очень существенно снижается. Попробуйте, это дыхание успокаивает и, естественно, снижает кровяное давление. Для того, чтобы нормализовать кровяное давление, очень хорошо подходит ходьба. Ходьба очень простая. На 3 шага мы делаем вдох, на 6 шагов выдох. На 3 шага я делаю вдох. Раз, два, три, вдох. На 6 шагов выдох. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вдох. Раз, два, три. Выдох. Раз, два, три, 4, 5, 6. То есть вот такие прогулочки совершайте. И чем у вас продолжительный и тоньше выдох, тем у вас больше будет спокойствие и кровяное давление придет в норму.